9 человек осуждены в Самарской области в прошлом году за анонимные сообщения о минировании. Всего по этой статье возбуждено 18 уголовных дел. Информация озвучена на совместном заседании Комиссии по антитеррору и борьбе с коррупцией в региональном правительстве. Также в 2018 году в губернии выявлено 5 экстремистских религиозных организаций. Почти 50 человек осуждены за призывы в интернете к актам террора и экстремизма. Кроме этого, на заседании шла речь о повышении профессиональной подготовки тех, кто и отвечает за борьбу с данными преступлениями. В нашей области в 2018 году по тематикам противодействия терроризму осуществлена переподготовка 70 сотрудников на базе ведомственных учебных заведений. В рамках учебно-методических занятий повышена квалификация 515 специалистов.